открой. Дверь открывай. Сейчас взломаем дверь. Быстрее взломаешь. Понятно, все, давай. Во время рейда сотрудники полиции изъяли 93 моноблока, 26 мониторов, 23 приемника кассовых лотерейных билетов, 48 сканеров, 3 сервера и 2 кассовых аппарата. В тайнике игрового салона было обнаружено более 170 тысяч рублей. Эти деньги только суточная выручка. В основном собственники оборудования и организаторы лотерей и салонов уже установлены. Изъятое оборудование передано на исследование.